На пустыре рядом с проездом Северный загорелась яма с мусором, в которой оказалась куча выброшенных покрышек. Очаг возгорания маленький, но дым стоял столбом так, что его было видно практически из любого уголка Абакана. Пожарные прибыли буквально через пару минут, но тут же уехали в аэропорт, как раз во время прибытия Владимира Путина. Уехавшие огнеборцы отправили другой наряд, который прибыл, когда огонь разгорелся с новой силой. Сотрудники МЧС справились с ним за несколько минут. Пожарные предполагают, что мусорка загорелась по вине неустановленных хулиганов, но вина и на обычных гражданах, которые разводят на пустырях свалки.